В областном центре Колымы подвели итоги конкурса «В ритме жизни». Всего в состязании поучаствовали магаданцы в возрасте от 14 до 30 лет. Целью акции являлась популяризация ЗОЖ среди жителей столицы Колымы. Проводили конкурс в рамках городской акции «За здоровый образ жизни». Организаторы – специалисты управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана было проведено городской конкурс «В ритме жизни». Участвовали разные заведения, учебные, то есть детские сады, школы. Было подано более 15 заявок. Был отбор у нас жесткий, потому что количество заявок было большое, поэтому нужно было выбирать отдельно победителей, отдельно лауреатов. Марчикан, а ты о нем знаешь? А я здесь родился. Многие думают, что это криминальный район, и здесь нечем заняться. Я думаю иначе. Конкурс проводился по двум категориям – молодежь и юниоры. Представители молодежи – участники в возрасте от 18 до 30 лет, юниоры – от 14 до 17. Было два направления конкурса – видео и графика. Участникам было необходимо сделать видео на тему здорового образа жизни. Каждой номинации наградили победителя, лауреата и финалиста.